Всем привет! В данном ролике хочется поделиться результатом, который меня удивил, восхитил и дал мне мотивацию записать этот ролик. Витамины компании PL, витамины Grow. Недавно мы заболели гриппом, пару недель назад. Пришли витамины Grow. Я в течение дня, не суток, уже была без вот этих всех температура, заложен нос. Кашель как таковой у меня еще и не начался, просто вот все заложило, ну сами знаете, да? Вот к вечеру у меня уже сразу начала отходить мокрота. На следующий день у меня просто мокрота лилась, как из крана вода льется. Вот, все это выходило. Получается сутки, да, вот я покушала Grow, там если в течение дня я съела штучки 4, вот сутки, и у меня все начало выходить. У младшей дочери это немножко было посложнее тем, что у нее уже пару дней это было. Как бы, да, она чуть раньше меня начала. И у нее это, в принципе, все равно восстановилось, ну, как бы начало восстанавливаться через сутки после витамина Grow. Но она все равно, допустим, на день позже меня... Ну, допустим, если это было в пятницу, в субботу у меня уже все отходить начало, а у нее воскресенье, да, в понедельник мы уже взяли справку в школу, во вторник она уже была в школе. Нам еще повезло, что это было суббота-воскресенье зацепилось, и она пропустила очень мало школу, да, пятницу и понедельник. И то понедельник только из-за того, что мы должны были взять справку. Если бы справку можно было взять в воскресенье, она бы в понедельник была в школе. Но кашель у нее еще такой остаточный, пару дней побыл, она все не мог, мы не могли понять, почему он такой, да. А потом раз и исчез. Вот младшая, средняя дочь, старшая у меня в Питере, средняя дочь, она и принесла как бы вот эту заразу, скажем так, грипп этот. Но я его не боюсь, я всегда говорю, грипп это что такое грипп? Попили больше жидкости, чаи, у нас в компании пил вообще обалденные чаи, есть укрепление иммунитета и кисель. Вот. И покушали витамины. Все, вы здоровы. Главное, правильно, вовремя делать эти шаги. Если человек думает, да, и махнул рукой, запустил, да, мы сами знаем, что это с любой болезнью, не только с гриппом. Но вопрос еще, какой результат, я все-таки хотела поделиться. Вот это наше здоровье, грипп, да, который прошел очень быстро, без остаточного явления. Единственное, что я не могла записывать ролик, потому что, вот, видите, меня осыпало под носом. И я ждала, когда это все пройдет, чтобы можно было записать ролик, вот, рассказать. Собака у нас, скажем так, вот полтора месяца я ее принесла домой, у нас проблемы с желудком. Мы все время вот подбирали, какую же пищу ей давать, чтобы не было никаких последствий. То расстройство, то рвота, то не кушаем, то даже мы и антибиотики ей кололи, потому что аппетит у нее исчезал, вот она переставала кушать, я не знаю, что это такое. У нас знакомая болит, вот он нам назначал такие вот моменты. С тех пор, как у нас появились дрожжи и PL, это уже четвертый год. Кстати, я ни разу не вызвала еще айболита своей собаки. Именно что касается по пищеварению. Она еще бывает лапки там ударится, там хромает, это другой вопрос. Но с того момента тоже, даже по этому поводу у нас айболита уже нет. Потому что я так понимаю, что витамины компании PL делают свою работу даже в этом направлении. Потому что, ну реально, она мне постоянно хромала, постоянно вот это сидела по месяцу дома, чтобы эти мышцы у нее там успокаивались. Сейчас таких ситуаций у нас нет. Ну и вот аппетит. Вот это вот уже сколько она не кушала, месяца два-три я уже вот... Это я зафиксировала, да, я не знаю, как это раньше, как насколько это рано началось, сколько длилось времени, потому что, ну... Некогда посмотреть, запомнить, зафиксировать, понять, что же происходит. Но когда ты уже стала наблюдать определенное время, ты думаешь, либо у нее опять что-то проблема, либо это с возрастом. Ну, хочется меньше кушать, но пусть будет меньше, но вкусно. И вот когда вот это ты наблюдаешь, думаешь, а тут вот мы заболели, пришли Grow. И что я получается? Я даю собаке витамины Grow чисто как для деток конфета, да, вот. Ребенку дал, на, покушай. Так мы собаки. Тем более она наши витамины, она вообще витамины компании PL обожает. А вот витамины Grow она выхватывает, понимаете? Она, когда видит блистер, я вообще не понимаю, как это у нее, на интуитивном что ли? Или, вот честно, это невозможно объяснить. Она прыгает на меня, она хватает этот блистер, она его лижет, она носом тычет, уже готова вытащить сама оттуда вот эту витаминку Grow.
И просто невозможно даже записать, потому что периодически она мне даже телефон выбивает с рук. Ну, неожиданно, не то, что там специально. Это неожиданно, когда прыгает на меня, все, по телефону ударил. Поэтому, когда я ее записываю, это уже как получается. Уже конфетку уже берешь в руки и говоришь ей сиди, и показываю, как она их любит. Вот она пару раз поела конфеток, и я обращаю внимание, что она съедает всю кашу, у нее пустой тазик. Я еще мужу говорю, странно, Багира сегодня все съела, да, но я все равно не связала это с витаминами. Но когда это произошло на второй день, на третий день, она уже лает на меня, она просит большую порцию, она никогда так не просила, никогда не ела так. А здесь она, вы знаете, кушает как положено для собаки, для овчарки, нормально кушает. И до меня дошло, она же кушала витамины ГРОУ, значит, наши витамины ГРОУ вернули ей аппетит. Вы представляете, это насколько классно, супер. Очень часто детки капризничают, не хотят кушать. Это какое решение классное, какая возможность для мамы дать ребенку витамины ГРОУ. Вот. Второй момент, это у меня еще помимо гриппа, вот что мы сейчас очень быстро поправились, у нас не было вот этого остаточного явления, люди кашляют по полгода, кто месяц, ну да, у всех по-разному. У меня вообще кашля не было, у меня через сутки стало все отходить, мокрота из носа, из горла, вот из бронхов. Вот в сутки и все, я покушала ГРОУ, дочка, я же варила 3 дня вот этого, да, и все. Но вот средняя дочь, она принесла, да, у нее целый месяц, вот она, по-моему, даже еще сегодня у нее периодически там слышно по утрам, что она покашливает вот этот вот мокрота, как бы, она витамины не кушала. И вот это, когда ты это видишь, ты понимаешь, насколько классно эти витамины. И еще один момент. Это мой знакомый поехал в Кишинев ночью встречать знакомого, привезти из аэропорта. Ехал он с женой, у него разболелся зуб. Мы все знаем, как болят зубы. Это и голова, и уши, и желудок, и все на свете связывается сразу. И жена ему говорит, ну поставь ГРОУ. Ну что, ну вот, больше все равно ничего нет. Он поставил под язык ГРОУ. Он приехал, он был шокирован, он был в восхищении, в восторге. Он тут всем налево и направо говорил, что у него прошел зуб, зубная боль от витамина ГРОУ. И вот мой результат личный. Желудок. Я могу кушать аджику, я ее обожаю. У меня болит желудок, у меня ноет желудок. Вот. Вообще изжога бывает. И вот ложишься спать, айса у меня не было, да, и я взяла ГРОУ. Ну, вот просто автоматом, думаю, поставлю ГРОУ, пока я буду засыпать, оно растворится, рассосется там. Утром просыпаюсь и понимаю, что у меня ни желудок не болел, ни изжоги не было, что я уснула, классно. Я беру на следующий день, наедаюсь аджики больше, я стараюсь себе контролировать там по чуть-чуть. Я наелась аджики так, что у меня вообще аж в глазах мошки были. Вот, ну, потому что у меня реакция, уже 20 лет у меня аллергия, кстати, на аджику. И от когда я в компании, я ем аджику и кушаю альт, у меня аджики, это, аллергии нет. Но в данный момент у меня в доме ничего, кроме ГРОУ, не было. Я наелась аджики. Вот, если честно, я уснуть не могла. Это даже живот вздулся, вот это все. Думаю, блин, вот сейчас я возьму ГРОУ и посмотрю, насколько они многокомпонентны, многофункциональны. Вот честно, вы не поверите, у меня прошло, все прошло, у меня не было изжоги, я спокойно уснула, боли, вот эта ноющая боль в желудке, ее нет. Я не знаю, что бы я делала, если бы мне ГРОУ не помог, потому что у меня ничего больше не было, но он мне помог. Я рискнула, и мне захотелось самой себе вот понять, вот насколько реально говорят, что наши витамины вот так работают здесь и сейчас, и что они многофункциональны. Вы понимаете, сработало. Желудок проходит, зубная боль проходит, ну, желудочная боль, изжога от ГРОУ проходит. Собаки вернули аппетит, грипп за сутки проходит. Вы понимаете? Ну, вот я не знаю. Это, ну, я так скажу, если у вас в приоритете здоровье, если вы в приоритете здоровья деток, и вам ничего для них не жалко, то я считаю, что каждая мама, она возьмет ребенку витамины ГРОУ, чтобы быть спокойным за себя, за ребенка и за всю семью. Потому что наши витамины ГРОУ, это в переводе растишка, это и деткам витамины, 320 антиоксидантов, это убирает все воспаления, все болезни в организме.
онкопротектор, восстанавливает зрение, восстанавливает память, сохраняет, продлевает молодость. Если там у нас есть еще много других витаминов в комплексе со слайдом, это восстановление вен, это у кого проблемы с венами. Со стопом вообще все болезни в организме. Понимаете, это вообще, я говорю, это витамины как будто из сказки, вот честно. Вот, и еще один момент, что мне хочется сказать. У нас еще есть продукты питания на каждый день. Чай, кофе, кисели, чаи, батончики, мюсли. Здесь еще нам возврат идет, кэшбэк 20%. Это один из видов бонусов вознаграждения. У нас их 15 видов источников дохода. Выплачивается 4 раза, ну скажем так, раз в неделю, да, 4 раза в месяц. Но есть такой бонус, который выплачивается каждый день, каждый час. Это универсальный такой вот именно первый бонус, стартовый называется. Вот, он выплачивается сразу. Если вас интересует, вы можете зайти по ссылке, которая будет под этим видео. Бесплатно прогуляться по сайту. Кстати, для тех, кто решит пользоваться продуктом и покупать продукт со скидкой. Этот сайт, он стоит для вас всего лишь $25. И вы, приобретая, там все есть, вы когда заходите, вы можете сразу приобрести себе любой продукт, что вам надо, чай, кофе, и приобрести этот сайт и быть полноправным хозяином своей странички, своего сайта, интернет-страницы, интернет-магазина. И вы можете уже предлагать его другим. Вот телефон садится. Почему? Потому что если мне вот помогло, я делюсь этим результатом, да, вы так же самое, вам помогло, продукт работает здесь и сейчас, он многофункциональный, это многие вопросы он решает по здоровью, вы захотите этим делиться, да, человек находится, человек регистрируется, и вы уже начинаете даже бизнес строить, развивать, так что я приглашаю вас не только оздоравливаться, но еще и развивать бизнес, а сайт всего лишь 25 UE. Где какой бизнес вы начнете за $25? Ну, это второй момент. Если интересует бизнес, пишите. Будет и номер телефона на WhatsApp. Можем связываться, общаться, развиваться вместе в этом бизнесе. Я вот, допустим, хочу выйти на уровень 1000 евро в месяц. Вот у меня сейчас такая цель. Как это я буду делать? Неважно. Я доверяю Вселенной. Я верю и буду идти. Вот. Если ты также хочешь быть здоров, чтобы была здорова твоя семья, ты хочешь зарабатывать 1000 евро, пусть это будет на начальном этапе, присоединяйся в мою команду, будем развиваться, строить бизнес вместе. И желаю всех благ, здоровья, успеха, процветания. Все мои контактные данные под этим видео. Удачи!